Профессиональный праздник сегодня отмечают работники радио, телевидения и связи. Поздравления специалистам направил Александр Лукашенко. По словам главы государства, благодаря высокому профессионализму белорусских журналистов и связистов, в стране создан и доступен каждому качественный и достоверный контент, позволяющий людям объективно оценивать реалии сегодняшней жизни. Орденом Матери награждены 204 жительницы Брестской, Витебской, Гродненской, Могилевской и Минской областей. Соответствующий указ подписал президент. За рождение и воспитание 5 и более детей награды удостоены представительницы различных сфер деятельности. Среди них домохозяйки, педагоги, медики, продавцы и не только. Белорусские нотариусы сегодня проводят благотворительную акцию «Ко Дню Победы». Консультации можно получить бесплатно. На вопросы всех желающих специалисты отвечают весь рабочий день. Самые популярные поводы для обращений – оформление наследственных прав, составление завещаний и брачных договоров, сделки с недвижимостью. Ночью на Ульяновской горела квартира. Жильцов, как сообщается, внутри не было. В доме находилась только собака. Она задохнулась в дыму. В результате пожара повреждено имущество в зале, закопчены стены и потолок во всей квартире. Причиной ЧП могла стать оставленная без присмотра свеча. Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома приглашает желающих на оплачиваемые работы 12 мая. Оформляется гражданско-правовой договор. Оплата в конце рабочего дня. Сумма 20 рублей. За направлением обращаться по адресу Гоголя 7, кабинет номер 6.